Сегодня мы с вами поговорим о гипертонической болезни, поговорим подробно. Я буду с вами не столько говорить, как читать свою статью, которую я написал. Поговорим не просто, дайте мне рецепты, все, больше я ничего там не хочу знать и так далее. А поговорим капитально, вот как я эту тему для себя исследовал. Охранник, водолаз и просто человек, который заинтересован в своем собственном здоровье для того, чтобы разобраться, с чего это начинается, чем это заканчивается. Итак, у нас на повестке дня гипертоническая болезнь. И начнем потихонечку ее читать. Введение. Прежде чем рассказывать о гипертонии, надо иметь общее понятие о системе кровообращения человеческого организма. Что это за система? Зачем она нужна? Из чего состоит? Кровообращение представляет собой замкнутую систему, по которой постоянно движется кровь. Это своего рода распределительная система, которая обеспечивает питание всем клеткам человеческого организма. Потому что движение крови обеспечивает, первое, перенос по всему организму кислорода и питательных веществ, поступающих из внешней среды. Второе. Перенос различных веществ, а также тепла от одних органов к другим. Третье. Перенос отработанных организмом соединений и углекислоты к органам выделения. И четвертое, я тут не указал, а сейчас я укажу, это перенос гормонов, то есть веществ, которые попадают в кровяное русло, для того, чтобы регулировать жизнедеятельность наших клеток и органов. Таким образом, кровообращение обеспечивает возможность осуществления обмена веществ между всеми клетками и тканями организма с внешней средой. Система кровообращения имеет сложное устройство. Посмотрите рисунок 1. Я его выведу на монитор. Так. Первая часть закончилась. Если мы внимательно посмотрим на рисунок 1, то увидим, что система кровообращения состоит из сердца, полого мышечного органа, которое подобно насосу толкает кровь в сосуды. Кровеносные сосуды, по которым кровь выходит из сердца, называются артериями. Чтобы было ясно, разница между венами и артериями. Артерии, постепенно разветвляясь и сужаясь, переходят в еще более мелкие сосуды, которые называются артериолами. Они выполняют функцию доставки крови к органам и тканям. Артериолы, еще более разветвляясь и сужаясь, переходят в мельчайшие сосуды, которые называются капиллярами. Капилляры пронизывают все ткани организма. Кровь проходит по капиллярам, отдает в ткани и клетки кислород и питательные вещества, а обратно принимают в себя углекислоту и отработанные материалы. Все, что стало лишним и ненужным клеткам, и что надо вывести из организма наружу. Капиллярная сеть огромная и соединяет воедино артериальную и венозную систему. Венозная система – это та система, по которой кровь движется назад к сердцу. Выполнив свою главную работу, крови надо очиститься, насытиться питательными веществами и вернуться назад к сердцу. Поэтому, пройдя через капилляры, кровь вновь попадает в сосуды, которые постепенно увеличиваются в диаметре и попадают в сердце. Эти сосуды называются венами. Кстати, внимательно рассмотрите устройство сосуда. Вот оно какое строение артерии среднего калибра. Сколько здесь слоев, что там влияет и так далее, и так далее. То есть не надо думать, что это какое-то, знаете, такое примитивное устройство наподобие шланга. Нет, это довольно-таки, можно даже так сказать, что это довольно-таки сложный орган, который регулирует ток крови, то сжимаясь, то расширяясь. Итак, кровеносные сосуды – это не просто полые трубки, по которым движется кровь. Артерии состоят из трех слоев. Внутренний гладкий для лучшего скольжения крови. Представляете? Средний мышечный, эластично-тканный, который сужает и расширяет просвет кровеносного сосуда.
наружная своеобразная рыхлая оплетка, в которой находятся нервы, управляющие сужением и расширением, и кровеносные сосуды, которые питают стенку самого сосуда. Представляете, насколько сложно строение артерии? Подобное строение и у вен, только у них слабее мышечный слой, а капилляры настолько тонки, что их стенка состоит из одного слоя клеток. Дополнение. Внутренний слой артерий эндотелия весьма прочен, и вещества, растворенные в крови, не могут проникать через эти стенки в межтканевые щели между слоями. В крупных артериальных сосудах, отходящих непосредственно от сердца, больше эластичных волокон, которые работают подобно пружине. Сердце выдавало в них кровь, под ее напором они расширились, а потом, сжимаясь, проталкивают кровь дальше. Жик, да? А в отдаленных от сердца артериолах больше мышечных волокон, которые за счет сжатия или расширения просвета регулируют напор крови. И если орган, мышечная ткань активны, то подается больше крови. Например, при большой мышечной нагрузке кровоток в мышце по сравнению с покоем возрастает в 10 и более раз. Вот мы добрались до понятия кровяного давления. Чтобы кровь была доставлена капиллярам и проходила через них, сердце в артериях должно создавать и поддерживать определенное давление. Это давление называется артериальным или систолическим. От греческого слова сокращаю. Под действием этого давления кровь проходит через капилляры. На выходе из капиллярного русла давления крови практически нет. Оно очень мало. Теперь надо создать такое давление крови, которое бы способствовало ее обратному оттоку к сердцу. Это давление называется венозным или диастолическим. От греческого слова расширение. Артериальное и венозное давление принято называть максимальным и минимальным. То, что мы меряем у себя и говорим. Допустим, максимальное 120, минимальное 70, значит, отличное здоровье. Хоть в космос посылай. Или водолазом. Если артериальное давление создает сердце, то механизм создания венозного совершенно иной. Оно образуется из-за присасывающего действия диафрагмы и сокращения мышц. Диафрагма во время вдоха-выдоха ходит как поршень и присасывает к сердцу венозную кровь. Оно образуется из-за присасывающего действия диафрагмы и сокращения мышц. Диафрагма во время вдоха-выдоха ходит как поршень и присасывает к сердцу венозную кровь. Также мышцы конечности, то сжимаясь, то расслабляясь, проталкивают венозную кровь к сердцу. Вот почему для нормального кровообращения, особенно венозного, важны правильное дыхание и регулярная мышечная нагрузка. Вновь посмотрите на схему кровообращения. Вроде бы кровь ходит по кругу от сердца и обратно. Но не все так просто. В схеме кровообращения различают два больших контура, которые называют большой и малый круги кровообращения. Чтобы ясно представить, как работают круги кровообращения, разберем устройство сердца. Сердце у нас четырехкамерное, два предсердия, левое и правое, и два желудочка, левый и правый. Роль предсердия – собрать поступившую к сердцу кровь и подать ее в желудочки. Желудочки с помощью мощного мышечного сокращения направляют кровь в большой и малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца. Кровь через аорту выбрасывается в большой круг кровообращения, пройдя через капилляры всего организма и снабдив клетки кислородом и питательными веществами, поступает в правое предсердие. Перейдя из правого предсердия в правый желудочек, кровь выбрасывается его сокращениями в малый круг кровообращения. По малому кругу кровообращения кровь течет от правого желудочка через легочную артерию в легкие. Пройдя капилляры легких, кровь
по четырем легочным венам вливается в левое председье. Перейдя из него в левый желудочек, она вновь поступает в большой круг кровообращения. Легочная артерия – это единственная артерия, несущая венозную кровь, а легочные вены – единственные вены, содержащие артериальную кровь. Теперь подытожим важные особенности кровяного давления в организме. Кровяное давление в большом круге кровообращения прокачивает кровь по сосудам головного мозга, по всем капиллярам тела, качает кровь через печень и через почки, а в малом круге прокачивает кровь через легкие. Можете посмотреть рисунок. Если давление крови будет слабым, то остановятся жизненные процессы в мозге, всем теле, печени, почках и легких. Если же слишком большим, то от него пострадают вышеперечисленные органы, а за ними организм в целом. Причем давление крови может сильно разниться в мозге, печени, почке, легких и в капиллярном русле. При этом может быть повышено либо артериальное, либо венозное давление, либо оба вместе. Все это сказывается в целом на кровяном давлении. Итак, давление крови бывает артериальное, систолическое, или максимальное, и венозное, диастолическое, или минимальное. Для каждого человека эти два показателя сугубо индивидуальны и постепенно увеличиваются с возрастом. Это очень интересно. Почему увеличиваются с возрастом? Насколько я понимаю, просто-напросто эластичность наших сосудов с возрастом уменьшается, они становятся более жесткие. Согласно проведению массовым исследованиям кровяного давления среди населения, принято считать, для возраста до 20 лет нормальная величина кровяного давления максимальная до 120 мм ртутного столба, минимальная до 70-80 мм ртутного столба. В возрасте 20-40 лет, соответственно, до 130 мм и до 80 мм. В возрасте 40-60, 140-190. От 60 лет и выше 150 и 190. Я еще по своим показателям где-то вхожу в возраст 20-40 лет, я замерял. Важно подчеркнуть, что средний уровень максимального и минимального давления у женщин в молодом возрасте немного выше, чем у мужчин. А в среднем возрасте наблюдается обратная картина. В пожилом максимальное давление значительно повышается как у мужчин, так и у женщин. Выводы. И только теперь, зная устройство и работу системы кровообращения, можно определиться с понятиями. Чрезмерное увеличение кровяного давления обозначается следующими терминами. Термин гипертензия происходит от слов гипертензо. Греческое слово гипер означает чрезмерный, а латинское тензо – напряжение, чрезмерное напряжение. В целом это означает повышение гидростатического давления в сосудах, полых органах и в полостях организма. Но особенно этим термином обозначает повышенное артериальное давление. При этом оно может быть временным, что является нормальной физиологической реакцией на ту или иную работу, раздражение. А может быть длительным или постоянным, что является болезнью или болезненным состоянием. Тем не менее, его считают синонимом гипертонии. Термин гипертония происходит от греческих слов «хипер» – чрезмерный и тонус напряжения. Избыточное напряжение гладких мышц. Но его используют и для обозначения понятия о более или менее длительном повышении артериального давления и для обозначения понятия об усилении тонуса артериальных стенок. Я это, так сказать, вот выделил. При этом гипертонию можно подразделить на артериальную, венозную, капиллярную и иные виды. Но обычно обозначают этим термином артериальную гипертонию.